Подвиг твой бессмертен, имя твое не забыто. В Маргаушском районе открыли стелу памяти и благодарности тем, кто сражался за родину. Как чувашская традиция неме помогла в этом поистине общенародном деле и как вписать имена родных и близких в историю. Погибшие за победу и вернувшиеся с победой – две стороны одного символа – скорбь и гордость, фамилии живых и павших. Идея возвести именно такой монумент памяти зародилась давно. Деньги собирали сами, ведь почти в каждой семье есть имена, вписанные навечно в историю и в мемориал. В постройке монумента активно участвовали, конечно, в первую очередь жители села Оточево, жители села Шупоси, Торинкасы, Иркасы и Синял Оточево. Кроме того, издалека родные, узнав по это, сейчас ведь интернет, по интернету узнав, что так собирается, они деньги перечисляли нам. У кого вот душа не на месте, кто болеет за это доброе дело, все вложили деньги. С миру по нитке, голому рубашка, с миру собирали по нитке, а монумент построен. Памятное место появилось по инициативе Юрия Соловьева, почетного гражданина Маргаушского района, сельского активиста-подполковника. Его отец погиб, защищая родину. У меня возникла мысль вот здесь параллельно, вот с этим монументом, поставить памятник погибшим и вернувшимся с победой. Ну, одной, значит, инициативе дело не пойдет. Создали, значит, комиссию, комитет, рабочий комитет. 9 мая этого года первый раз возложили вот эти венки. Для сельчан сегодня настоящий праздник. Желание увековечить память наших земляков, участников боевых действий, наконец воплотилось в монументальную художественную композицию. Она позволит отдать дань памяти героическим землякам. Екатерина Шеверова, Сергей Исаев, Республика.